Здравствуйте, Андрей. Поздравляю вас с первой медалью взрослого чемпионата России. Ну как дебют на классической дорожке на чемпионат России? Удался? Да, я считаю, да. Как бы не ставился совершенно сильных целей, но реализованным результатом доволен. А то 6 сотых не хватило за личного. Расстроились? Нет, еще побью лучше, так потом. Ясно. Но, по-моему, конкуренция была такая сильная. И как вам то, что Костя вышел рекорд России, наконец-то, Коротышкина? Ну, он взрослый уже, давно пора было бы. Но когда он еще проплыл по нему, так, я сразу уже подумал, что когда-нибудь этот парень уже побьет. Ясно. Ну, сейчас-то вы готовы уже на рекорд сами-то? Чувствуете, что, может быть, через год, через два будете конкурировать с ним? Возможно, но загадывать так же.